Доброе утро, граждане, уважаемые. Сегодня сделаю еще третью часть про бестопный генератор. Почему? Потому что вчерашнее видео было верно. Позавчерашнее там, значит, были замеры без нагрузки по постоянному току. Сегодня проведем замеры с нагрузкой по постоянному току. Итак, сейчас вам все покажу. Проходим, значит, к аппарату. Проходим к аппарату. Вот у нас аппарат. Как вы видите, вот ящик он. Вот вольтметр. Вольтметр. Как видите, на вольтметре 0. Включаем. Показывает 80 вольт. Теперь отключаем 80 вольт. Как видите. Так. Теперь отключаем это все. Включаем на запит. 14, 23, 34, 58, 79. Включаем возбуждение. 8 лампочек, напряжение 69 вольт. Выключаем. Какой же выход? Какой же будет выход? Выключаем здесь. Сейчас мы попробуем подать питание. Вернее, замерить питание с выхода через 8 лампочек. Отключаем вольтметр отсюда. Так. Здесь вот у нас что-то зависло. Включаем вольтметр. Присоединяем к выходу. Специальный провод произведен. Присоединяем к выходу. Ставим вот здесь, чтобы было видней. Числа 0 по нулям сейчас, как видите. По нулям. Заводим систему по новой. Сейчас у нас замер выход. 8 лампочек, какое напряжение подается. Включаем. Включаем вторую, третью, четвертую, старт пошел. Включаем возбуждение. Как видите, 66 вольт на 8 лампочек. Выключаем. Сейчас по нулям, как видите, система. Выключили. То есть подача, как вы видели, подача была вот на мотор с напряжением 70, да. Под нагрузкой в этот раз. И 8 лампочек у нас. При 66 вольтах. На постоянный ток. При 66 вольтах на постоянный ток. То есть, замеры. Сейчас проведем замеры. Итого у нас. Вход.
70 ватт, так как мотор на 225, и у него ватт равен вольту. Он больше не возьмет. При 70 вольтах он разбивает мощность 70 ватт. А теперь выход. У нас выход у нас получается 800, но у нас понижено напряжение. Значит, разделим. И 240 ватт. Как видите, значит, 240 ватт. 240 ватт берем. И делим на 70. Еще раз. 240 делим на 70. Как видите, КПД у нас 3,428. То есть КПД почти такое же, как при, значит, запитке на мощность. На полную мощность 225 ватт при напряжении 230 переменки. А в данном моменте работает постоянный ток. Это значит, что не обязательно. Почему у меня не получалось до этого? Потому что вчера провел анализ, значит, некоторые выпрямители были неисправны. Поэтому напряжение падало и давали результат там два раза. А оказывается, результат почти такой же, как на полную мощность идет. 3,40 КПД, 342%, там было 348. То есть КПД у нас 342%. И не обязательно запитывать нам 230 вольт. То есть применять, во-первых, шума много. Если нам немного надо, ну, при 230 вольт у нас 550 ватт. А здесь у нас всего 240 ватт выходной. Еще отнимите 70 ватт на обратку, вот, значит, 240 минус 70, и получаем мы всего 170 ватт при низком напряжении. Значит, если нагрузка в квартире немного, включаем низкое напряжение. То есть если напряжение меньше 40 вольт постоянного, меньше, там нету большого выигрыша. А вот когда оно перевалит за 40, там уже выигрыш в 3,5 раза. Там дальше сколько ни ставь, все равно выигрыш одинаково идет. А те замеры немножко были. То есть ролик со вчера, вторая часть, это верно. А первый ролик, там замеры были неточные. Ибо показывало только без нагрузки. Сегодня показалась нагрузка, и вы поняли, что, значит, КПД при постоянном токе 70 вольт, КПД у нас 342%. При нагрузке 8 лампочек на 100 ватт. На этом кончаю. Сейчас ждем, как я вчера говорил, батарейки, аккумуляторы. Одну купил, она не подошла. Вот. Поздравляем еще раз с Новым годом. Всем здоровья. Думаю, после Нового года уже выйдет ролик окончательный, где будет у меня все стоять. Аккумуляторы. Вот. То есть будет беспрерывная автономная система. Еще мне надо будет поработать, даже аккумулятора достать-то одно, второе поработать, подогнать реле, достать реле, подогнать, чтобы оно отключалось вовремя. То есть это все тут замеры пойдут. Или на время, какое время надо выбрать. Вот. Конечно, время должно быть небольшое, так как батарейки сильно разряжаются. И я думаю, снижать, значит, мощность батарейки, если она заряжена на полную, это у ней показывает 12,8 где-то. Снижать на 12, до 12,5, то есть процент на 30, не более чем на треть, а потом переключать. То есть заряжать верхушку одну треть постоянно. То есть зарядка будет быстрая. И меньше уйдет. И даже, возможно, будет, как говорится, запас еще. На этом все не кончаю. До свидания.